Если посмотреть, что произошло за последние 300 лет, то захватившие власть в Азии Романа сделали все, ошибки бы сделали меньше. Смотрите, что сделали, в принципе, что творили большевики после захвата власти. Ревизию алфавита, знаете, да? Взяли из русского языка алфавита еще несколько букв. Сказал, подумаешь, большая разница. Якобы для экономии дерева. Ох, у нас экономия дерева, да, очень сильно. А Россия какая приятная на дерево, да? Очень приятная на дерево. И экономия тогда тоже очень сильно. Но почему-то в Украине, почему-то это не сделали. Там только якобы пустили, да? А и краткое, что, допустим, война и мир, знаете, да? Вот у меня есть книга, революционная издательство, называется «Война и мир». Попробуйте, да? Только она не так написана, и кратко написана, и переводится как «Война и общество». Да, ну, кратко, извините, действительно. Английская «акт», современный английский. То есть переводится как не «Война и мир», как мы привыкли считать, а «Война и общество». Несколько различного знакомого языка, да? Так, смотрите, как нас разделяют. В принципе, вы знаете, что, в принципе, украинский язык природа никогда не существовала. Это был диалект, южно-русский диалект, с большой примесью слов. Вы это знаете, да? Потому что первые книги, которые были написаны на южно-русском диалекте, украинском называемом, появились только Шутенко. До этого ни одной книжки ничего не было написано на украинском языке. А что сделать? Взяли просто русский алфавит, русскую грамматику, 100%. И с помощью русского алфавита, русской грамматики записали южно-русский диалект. И сказали, это новый язык. Вы знаете, я действительно думал, что это разный язык, потому что действительно звучит сейчас, он не отличается. Конечно, можно сказать очень много, но все равно, когда говорится это по-украински, не все так четко ясно, да? Я думал, действительно разные языки, пока я не столкнулся с ситуацией, когда, допустим, узнал, что, допустим, то же самое в Германии, где живут якобы одни немцы, да? Я просто знаю людей, которые, допустим, из северной Германии, они мне говорят, ну, мы с трудом понимаем южного немца, восточного, западного. С трудом понимают друг друга, мало ли Германии. И тем не менее, они называют себя немцами, а не народ. Да, они это провинции, земли и так далее, называют граммы, земли. Но тем не менее, они не разделяются, что это разный народ. А языки до того отличаются, что из разных регионов немцы друг друга очень сложно могут понять. Я был в шоке. Для меня это было как-то неуместно, но немцы говорят на одном языке, что тут как раз понимают не то. А сейчас нет. То же самое в Англии был сюрприз, что если ответят от Лондона на 100 километров, то уже там делятся такие, что вы ничего не поймете.